эфире новости в студии Медат Халилов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске смотрите. 17 задержанных крымчан. Черная среда в Бахчисарае. Козел для президента. Зачем привели животное под посольство Чехии? Посол доброй воли. Чем еще теперь займется певица Джамала? Шестерых крымчан арестовали на 2 месяца. Им вменяют участие в запрещенной российскими властями организации «Хизб-ут-Тахрир». Очередная волна обысков прошла в Бахчисарае в среду. Силовики увезли 9 человек, которые снимали происходящее на видео. По сообщениям активистов, 2 из них – журналисты. Во время задержания между крымскими татарами и российским ОМОНом произошли столкновения. Подробнее об очередной волне репрессий Кремля расскажет Эннам Булатов. 6 утра. Под многоквартирным домом, где живет крымско-татарская семья Салиевых, уже стоит оцепление. К Сирану Салиеву пришли с обыском российские правоохранители якобы из-за того, что он состоит в террористической организации. Соседи и активисты снимают все происходящее на видео. Сотрудников правоохранительных органов всех рангов, всех типов, полов, возрастов, наверное, больше, чем когда-либо мы видели вообще на задержаниях и на обысках в Крыму. Оглашают о запретности проведения несанкционированных митингов. А это дом Тимура Ибрагимова. Он 3 дня назад забрал супругу с роддома. Его ребенку всего 10 дней. Во время обыска малыш был в доме и еще 4 старших детей крымчанина. Все они стали свидетелем задержания отца. Весь дом перевели, как всегда, как свиньи зашли в обуви. При просьбе снять обувь отказались. Понятые были, что еще хочу сказать, из Подмосковья. Когда мы начали интересоваться, почему понятые из Подмосковья, ну, на этом никто ничего не знает. Тимуру вменяют участие в запрещенной российскими властями организации «Хизб-ут-Тахрир». Всего по такому же обвинению обыски прошли в домах 6 крымских татар. Всех их просто с дома принудительно увезли в управление ФСБ по Крыму. Почти все задержанные многодетные отцы. По данным активистов, 27 детей сейчас ждут возвращения родителей. Напугали детей. Дети истерически плакали, увидев, естественно, это страшная картина, да, никому не пожелаю об этом, увидеть своего отца, лежащим на полу в наручниках. Неравнодушные крымчане приходили к домам соотечественников, дабы поддержать их в трудную минуту, но к задержаниям не пускали даже адвокатов. В некоторых случаях были потасовки с силовиками. 5 человек избиты. Правоохранители задержали 9 крымчан за якобы незаконную видеосъемку и участие в несанкционированном митинге. А задержание 6 крымских татар после обысков силовики провозгласили ликвидацией террористической ячейки в Бахчисарае. Эта статья стала удобная, да, статья для Крыма, когда можно просто так, за то, что человек высказал свое мнение, человек сел и о чем-то поговорил, о ситуации в Крыму, о ситуации, я не знаю, в мире, и это ему пришивают или обвиняют его в том, что он является членом террористической организации. В украинском МИД осудили задержание и обыски в домах крымских татар и призвали международное сообщество усилить давление на Россию. На жаль, это один из ланцюгов той злочинной деятельности, которая ведет Россия против Украины. Она использует людей, использует крымских татар как заручников своей агрессии. И то, что мы видим, это фактически черговая дискриминация сам крымских татар, чтобы уничтожить их как народ, потому что они наибольшая оппозиция до российского режима. На следующий день пророссийские суды избрали меру пресечения задержанным, у которых проводились обыски. Во время заседаний у здания суда присутствовали порядка 300 человек. Все они пришли поддержать незаконно арестованных собратьев. Наших детей все забрали ни за что. И вот мы теперь все тут собрались, которые пришли поддержать наших детей, которые ни в чем не виноваты, которых никого не обижают. У моего сына 12 детей, который старался для жизни, чтобы все было дома, чтобы все дети хорошо жили. Мы воспитывали своих детей крымских татар, но мы никогда не позволяли, чтобы они прививали к себе какие-то такие фразы, как террор. И поэтому я бы хотел, чтобы все мировое сообщество знало, чтобы не прививали к нам эти слова «террорист», «экстремист».
Судебные разбирательства длились до поздней ночи. Всех шестерых крымских татар арестовали на 2 месяца. А остальным 9 задержанным присудили штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Это от 4 до 10 тысяч гривен. Сейчас пострадавшие подают жалобы и проходят судебно-медицинскую экспертизу. Энан Булатов, Юлия Никозюк, новости, ЮА Крым. Узаконить статус политзаключенных призвали украинские власти и крымские правозащитники. Это заявление они сделали после очередной волны задержаний в Крыму. Они настаивают на необходимости четко прописать права жертв политрепрессий. Это поможет при защите крымчан в российских судах, говорит адвокат Эмиль Курбетдинов. Статус политических заключенных, статус семей политических заключенных, чтобы он не был таким пространным, да, чтобы он был закреплен действительно на бумаге, в законах. И, естественно, чтобы более прозрачной была работа Украины по поводу вот, списков политзаключенных, ведутся ли переговоры, какие-то переговоры. Так называемого крымского диверсанта Ридвана Сулейманова таки направят отбывать наказание в колонию общего режима. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты. Адвокаты намерены подать иск в Европейский суд по правам человека. Напомню, в августе Ридвана Сулейманова признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма. Его приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии и обязали выплатить штраф в 3,5 миллиона рублей. Это около 1,5 миллиона гривен. Сулейманова задержали на территории Симферопольского аэропорта в июле прошлого года. Месяц спустя ФСБ разослала по российским СМИ видео допроса, где крымчанин признается в содеянном. В ролике Сулейманов рассказывает, что его якобы завербовала украинская разведка, и он должен был заложить взрывчатку в аэропорту и на вокзале Симферополя. В генштабе украинской армии опровергли это обвинение Кремля. Суд ничего нового нам облегчения не принес. Все, что было в железнодорожном суде, то же самое и здесь. Все как под копирку. Никакие замечания нашего адвоката не были учтены. Никакие доказательства нашего адвоката также не были учтены. Все оставили без изменений. Россия продолжает незаконно удерживать в СИЗО еще одного украинца. Так называемому агенту СБУ Геннадию Лемешко продлили арест на 2 месяца, до 13 декабря. Российские правоохранители задержали его 12 августа по обвинению в подготовке диверсии на полуострове. Украинец якобы планировал вывести из строя линию электропередач в Судаке. Через несколько дней спецслужбы Федерации распространили видео допроса украинца. На допросе 25-летнего мужчину вынудили признать вину. Россияне окрестили Лемешко агентом СБУ, который вел подрывную деятельность в Крыму. Служба безопасности Украины назвала это очередной провокацией Кремля. Смягчить приговор Ахтему Чийгозу потребовал свидетель обвинения Владимир Косарев. Он подал апелляцию в Верховный суд России. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, даже свидетель считает решение суда несправедливым и требует, дабы приговор Чийгозу сменили на условный срок. Напомню, про кремлевский Верховный суд Крыма 11 сентября приговорил одного из лидеров крымско-татарского национального движения к 8 годам заключения. Его признали виновным в организации массовых беспорядков лишь за то, что Ахтем Чийгоз участвовал в митинге в поддержку территориальной целостности Украины в Симферополе 26 февраля 2014 года. Системные репрессии оккупационной власти превратили Крым на остров несвободы. Об этом с трибуны ПАСЕ заявил президент Украины. Говорит, что поведение России за 3 года не изменилось. Страна-агрессор и дальше нарушает правовое право. Петр Порошенко призвал европейских партнеров удвоить усилия для защиты прав людей на оккупированных территориях. Людей намеренно преследуют и захватывают только потому, что они являются гражданами своего государства, украинского государства. Их задерживают, дабы шантажировать Украину, которая никогда не откажется от своих граждан ни на Донбассе, ни в Крыму, ни в российской тюрьме. Систематические репрессии превратили Крым на землю страха. В оккупированном Крыму Россия использует методы советской репрессивной машины. Каждый, кто отвергает самопровозглашение вхождения в Россию, становится жертвой задержаний, судебных преследований и бесчеловечного обращения. И Петр Порошенко в своем выступлении раскритиковал заявление президента Чехии о Крыме.
Тот во время своего выступления в ПАСЕ назвал аннексию завершенным делом. Предложил Украине принять компенсацию от Кремля и прекратить борьбу за полуостров. Украинский президент отверг все немыслимые предложения чешского коллеги. Не поддержали инициативу о продаже Крыма и в правительстве Чехии. Не согласны с высказыванием своего президента и граждане страны. Подробнее о реакции Чехии из официального Киева на заявление Милоша Земана расскажет Александр Белов. Сразу после выступления на сессии ПАСЕ президента Чехии Милоша Земана, который предложил продать Крым России, украинские представители выразили свое возмущение и недовольство такому громкому заявлению. Президент Чехии по конституции чешской, это фигура более репрезентативная, он таких реальных важелів не имеет, але ось может таке сказать. Его привезли, из нафталина вытягли, и он сидит и виправдовує Путина и рассказывает нам, что нам треба за Крым взять гроши. В МИД Украины также возмущены предложением чешского президента у закон аннексию полуострова. В ведомстве считают данное высказывание оскорбительным прежде всего для крымчан, а также для всего украинского народа. Питание Крыма не закрыто, никогда мы не будем и не планируем торговать ни территорию, ни свободу, ни ценностями. И это главное. То есть мы и дальше будем вживать весь политико-дипломатический инструментарий, чтобы действительно здійснити все заходы для деокупации Крыма. Это не легкий шлях. Он займе не один день, але мы работаем над этим щоденно. Милош Земан в своем послании даже призывал Европу отменить санкции против России. Но это его личное предложение, заявляет премьер-министр Чехии Богуслав Соботка. Он настаивает, заявление президента перечит официальной позиции государства. Чехия не признает аннексию Крыма и не намерена отменять санкции. Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел никакого мандата чешского правительства. Чехия выступает за соблюдение международного права. Санкции ЕС против России связаны с выполнением минских договоренностей. Без выполнения этих соглашений их нельзя отменять. Не согласны с высказываниями президента и граждане Чехии. Об этом заявил посол Украины Евгений Перебинис. По его словам, в украинскую амбассаду поступают многочисленные письма от простых граждан с извинениями после выступления Милоша Земана. Хочу поблагодарить десятки чехов, часто совершенно незнакомых людей, которые сегодня прислали посольству слова поддержки и извинений. Я хорошо знаю, что миллионы чешских друзей солидарны с Украиной в нашей борьбе против российского агрессора и оккупанта. Иначе и быть не может в стране, народ которой дал миру Вацлава Гавела. Претензию Милошу Земану выразил Сенат Чехии. Там приняли постановление, в котором говорится, что слова их президента о Крыме легитимизируют российскую агрессию в Украине. Документ поддержали 38 из 47 сенатов. Александр Белов, новости ЮАКрым. А вот украинские активисты по-своему отреагировали на заявление Земана. Они привели под посольство Чехии козла. Животное немного напугано, но организаторы утверждают, что после перформанса отправят его в реабилитационный центр. Митингующие настаивают, что против чешского народа и страны эта акция ни в коем случае не направлена. Пикет посвящен исключительно президенту Чехии. Активисты расклеивали плакаты с портретом Милоша Земана и надписью «Великий пропутинский козел». Это паспорт, который получил наш замечательный козлик, чтобы путешествовать по безвизу к своему товарищу и родственнику Милошу Земану. А для меня это первый раз, что это такое. Я не знаю, будем информировать наши МЗС и нашу ОЭД. Турция не признает аннексии Крыма и будет помогать Украине отстаивать права крымских татар в Крыму. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган. Он побыл в Киеве с официальным визитом. В украинской столице прошла встреча глав государства тет-а-тет и заседание стратегического совета Украина-Турция. Подробнее о результатах переговоров расскажет Эннам Булатов. Официальная церемония встречи президента Турции начинается на час позже запланированного. Реджеп Эрдоган после рукопожатия с украинским президентом Порошенком на украинском языке приветствует роту почетного караула. Витаю войну! После официальной церемонии начинается встреча глав государств тет-а-тет. Она прошла в закрытом режиме, а после также за закрытыми дверями состоялось заседание стратегического совета Украина-Турция. Я можу констатувати, що ми дуже задоволені підсумками сьогоднішньої роботи. Вони свідчать про те, що Україна і Туреччина прагнуть і готові до активізації двостороннього діалогу, на двосторонньої взаємодії на всіх рівнях в дусі довіри
и взаимной поваги. В этом году мы отметили 25-летие дипломатических отношений между нашими странами. За четверть века, оставшиеся позади, сложились фундаментальные элементы наших отношений – дружба, солидарность и сотрудничество. Украина – ключевая страна в деле стабильности, безопасности и мира нашего региона. Одна из главных тем переговоров – крымский вопрос. Украинский президент рассказал турецкому коллеге о всех ужасах нарушения прав человека на оккупированном полуострове. Мы договорились и далее координировать наши действия в защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе и мониторинговых. Мы также рассчитываем на залучение Туреччины до международной группы друзей деоккупации Крыма. Позиция Турции в отношении Крыма неизменна, уверяет Реджеп Эрдоган. Анкара не признает агрессию России. Я еще раз заверил Петра Порошенко, что Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, включая Крым и ее политическую консолидарность. По результатам встречи президенты подписали договора о двухстороннем сотрудничестве в экономике, энергетике и оборонном секторе. Всего 9 документов. Кроме этого, Реджеп Эрдоган провел встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом и представителями турецкой общественности. Энан Булатов, новости ЮА Крым. Проблемы коренного народа Крыма Реджеп Эрдоган обсудил с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым на отдельной встрече. Также они говорили о строительстве соборной мечети в Киеве. У нас была домовленность, что Турция построит здесь соборную мечеть. Вопрос был только в земле. Ну и, наконец, нам это удалось решить. Нашли такую землю, нам ее дают бесплатно. Турция не будет пропускать судно из Крыма. Это решение правительства страны. Об указе проинформировали всех морских агентов, перевозчиков и порты. Документ предусматривает усиленную систему контроля. Все судна, заходящие в Турцию, обязаны предоставить информацию о выходе с последнего порта, записи бортового журнала. Все эти данные будут тщательно проверяться. Запрет будет действовать для всех без исключения, независимо от владельца, флага судна и его загруженности. Отмечу, что турецкие порта могут влиять на все судна, плывущие по Босфору. Ужесточить санкции против России и приблизить Украину к ЕС призвали в Европарламенте. Комитет по иностранным делам поддержал введение дополнительных ограничений за военное присутствие Федерации на территории Украины. Там отметили, что за последние годы агрессия России набирает оборотов, а количество русских солдат на Донбассе постоянно увеличивается. Компании в аннексированном Крыму закупают продукцию Microsoft в обход санкций. Об этом сообщило агентство Reuters, посылаясь на информацию из официальных документов компании. Организации Крыма и России закупили минимум 5000 продуктов на 60 миллионов рублей. Это около 30 миллионов гривен. По данным Reuters, поставки совершались через третьих лиц. Среди заказчиков есть концерн «Алмаз Антей», который проводит зенитные установки, производит и зенитные установки «Бук». Также продукцией Microsoft пользуется главная госэкспертиза России, которая принимает участие в строительстве моста через Керченский пролив. Отмечу, что источники Reuters сообщают, что если на полуострове отключить продукцию Microsoft, то 90% экономики остановится. В корпорации Microsoft заявляют, что в данный момент занимаются изучением этого вопроса. МИД Украины требует от ЮНЕСКО адекватных действий на агрессию России, введение прямого мониторинга на полуострове. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая в штаб-квартире организации в Париже. Он настаивает, что стандарты и нормы ЮНЕСКО сейчас регулярно нарушаются, а это является серьезным вызовом международному сообществу. Дипломат привел факты вопиющих нарушений прав человека на полуострове и подчеркнул важность совместных усилий для решения проблемы незаконной оккупации Крыма и Севастополя. В Крыму переполнены практически все мусорные полигоны. Отходы уже всюду. В реках, на несанкционированных свалках. В городах коммунальщики не всегда справляются с накопившимся мусором. Из-за этого жители сами вынуждены выходить на уборки. Однако своими силами люди не справляются. Как крымчане самостоятельно борются с мусорной проблемой и что грозит экологии полуострова, смотрите в следующем сюжете. Проблема мусора в Крыму длится уже не первый год, но сейчас обострилась еще больше. Коммунальщики не справляются с уборкой нечистот, а терпение людей на пределе. Вот так, например, еще летом местные жители Алупки вышли убирать мусор. И если заглянуть за этот забор, там тонна пластиковых бутылок.
Мы просим, чтобы эти бутылки, этот забор убрали отсюда и выкинули на свалку, и починили эту бутовую стену. Поставили бак и обязали парковщиков, которые здесь работают каждый день, молодые ребята, следить за этой территорией, убирать ее и показывать приехавшим людям, где находятся мусорные баки. Всего в Крыму 28 мусорных полигонов, из них только 3 отвечают всем необходимым нормам. Кроме этого, в плачевном состоянии находятся и артерии Крыма. Реки после перекрытия Северокрымского канала начали высыхать. Водоемы, которые пополнялись не из подземных вод, теперь наполнены мусором. Так, например, реку Салгир в Симферополе не убирают со времен мэра Бабенко, рассказывают эксперты. В других регионах из Салгира производится забор для обеспечения водой населения. А если мы говорим про ущерб природным экосистемам, я думаю, в подобной ситуации нехватки воды для населения эта проблема отходит на 10-й план. Как бы экологам не хотелось сохранить эти экосистемы, хотя бы в таком состоянии, в котором они уже есть, о сохранности в данном случае вряд ли приходится говорить, потому что проблема насущная, это проблема все-таки нехватки воды для населения. Сохранение экосистем Крыма для прокремлевских властей действительно отошло на второй план, убеждают эксперты. Доказательство этому, что проблема водоснабжения стоит более остро, чем раньше. Ведь Северокрымский канал не только обеспечивал население водой, но и пополнял подземные ресурсы. Не могут місцеві влади розв'язувати це питання по-сучасному. І це серйозна проблема не тільки для України, а для Росії. Я тим більше сумніваюсь, що ці якісь новації будуть заведені в Крим, який для них став просто тягарем, страшним тягарем фінансовим. И на це немає коштів. Исправить ситуацию с загрязнением и в целом экологией еще можно, считают специалисты. Но для этого понадобятся большие ресурсы. Эннан Булатов, Сергей Тищенко, Новости, ЮА Крым. Закон о реинтеграции оккупированных территорий вступил в силу. Документ признает Россию государством-агрессором, а также на год продлевает особый статус оккупированных районов Донбасса. Еще документ разрешает президенту в любой момент использовать армию на этих территориях, позволяет использовать миротворческие миссии ООН и получить летальное оружие. А еще указывает на неопределенный статус Крыма. В проекте закона изначально не предусмотрели ничего для полуострова, однако пообещали внести правки, а именно укажут, какие международные мероприятия будут проводить Украина по освобождению и деоккупации Крыма. Треба робити один закон, який би стосувався всіх окупованих територій, як наслідку і складової частини агресії Росії проти України. Росія вчинила агресію не проти Криму, не проти Донбасу. Вона вчинила агресію проти України. Але Україна разом із західними державами може застосувати настільки масштабні санкції, політичні, дипломатичні, економічні, фінансові, що Росія буде змушена піти на поступ. Как реинтегрировать переселенцев в местные общины, разбирались в Броварах. Это городок Киевской области. В нем проживает наиболее многочисленная диаспора центрального региона. Какие вопросы обсуждались на мероприятии, расскажет Руслан Халапов. Представители Броварской горадминистрации и юристы собрались за одним столом, чтобы помочь переселенцам в решении их проблем. Самих переехавших из Крыма и Донбасса на собрании немного. Несмотря на это, организаторы настроены на плодотворную работу. Для того, чтобы встретить переселенцев и местную власть, для того, чтобы создать вот это поле, вот эту площадку для общения, для решения вопросов. В течение 3 лет после оккупации город Бровары одним из первых принял переселенцев. Сейчас их здесь проживает около 6 тысяч. Городские власти уверяют, делают все необходимое, чтобы переселенцы чувствовали себя комфортно. Для всех детей крымчан в Броварах нашлись места в школах и детсадах. В момент оккупации Крыма в марте 2014 года уже крымчанам, переехавшим на материковую часть Украины, было сразу понятно, что эта история надолго. Соответственно, нас никто не кормил обещаниями, что завтра-завтра закончится и вы вернетесь. И люди сразу для себя принимали решение интегрироваться в местные громады, искать учебные заведения, куда пойдут учиться дети, искать работу и так далее. Но проблемы все же есть. Одна из наиболее важных – трудоустройство переселенцев. Ведь рабочих мест не хватает. Чтобы решить этот вопрос, некоторые крымчане открыли свой бизнес. Это частично помогает решать проблему безработицы не только для переселенцев, но и для жителей Броваров. Если мы хотим по-настоящему интегрироваться и адаптироваться на новом месте, мы должны показывать плоды и результаты
результаты своего труда здесь. Какие рабочие места мы создаем, какие налоги мы платим, для кого мы помощники, насколько культурными, вежливыми, достойными членами гражданского общества, местной громады мы являемся. Еще один наиболее острый для переселенцев вопрос – отсутствие собственного жилья. Один из вариантов решения – ипотеки. Банки готовы выделять кредиты по льготным программам для крымчан. Представители правления банков и рассказывают, что вот, например, вот у нас такая-то программа, есть там какой-то там 2% какой-нибудь кредит. Всего в Украине насчитывается около 2 миллионов внутренне перемещенных лиц. Не все из них знают о своих правах. Поэтому организаторы через месяц планируют провести крупный форум, где переселенцы из разных городов Украины смогут обменяться опытом и научить друг друга решать наиболее острые проблемы. Руслан Халапов, Евгений Рожко, новости ЮА Крым. Есть проблемы у переселенцев и в Херсонской области. Там детям крымских татар не хватает книг для изучения родного языка. Об этом сообщили в первой Новоалексеевской школе. В ней больше половины из всех учеников – крымские татары. Почему возникла такая ситуация и как ее будут решать, разбиралась Юлия Никодюк. Я очень счастлива, что я могу учить свой язык. Это Мавелия, ей 6 лет. Она учится в первом крымско-татарском классе Новоалексеевской школы. Всего в нем 11 учеников. Некоторые дети учили родной язык еще в садике, но есть малыши, которые не знают крымско-татарский вовсе. Все первоклашки готовы прилежно учиться, были бы условия. В школе не хватает книг на крымско-татарском, рассказывает директор Ленур Люманов. Один учебник на двоих в лучшем случае, и теми пользуются только в школе. Да и этих учебников могло бы не быть. Их тайком привезли из аннексированного Крыма, рассказывает директор. Часть литературы доставили нам с Крыма и стараются помочь всеми силами, которые есть. Конечно, все книги, которые издавались при Украине в Крыму, они сейчас практически уничтожаются и под запретом. Директор обращался в Минобразование, однако ситуация не изменилась. Там этот вопрос не курируют. Об этом ведомстве рассказали в комментарии нашему телеканалу и перенаправили в Институт модернизации содержания образования. Именно эта структура распределяет учебники по всей стране. Там комментировать ситуацию на камеру отказались. Однако в телефонном разговоре сообщили, что потребности Новоалексеевской школы в книгах обеспечили в полном объеме. В техническом районе полностью обеспечены, потому что они в том году все необходимые подручники замовили и мы им надали. И в Новоалексеевской школе тоже все подручники, которые нужны им были, мы тоже надали. Работники института также рассказывают, самостоятельно повлиять на ситуацию не могут, ведь нормы предусматривают издательство книг раз в году и только для определенного класса. На этот раз на крымско-татарском напечатали 300 учебников для девятиклассников. У нас щорічно друкуються підручники для певної паралелі. Відбувається конкурс підручників. І кримсько-татарська мова і література подаються так само, як всі підручники на конкурс спочатку. Вони проходять за результатами конкурсу і потім тільки друкуються. Так ось в цьому році ми друкували 9 клас. Книги напечатали в Черновцах, правда, их отправили в резервный фонд. Но и эти учебники не покрыли бы нехватку в Новоалексеевке, ведь там недостает литературы для всех крымско-татарских классов. Директор говорит, продолжит бороться и дальше. Ленур Люманов намерен вновь обращаться в Киев, дабы решить проблему. Юлия Никодюк, новости ЮА Крым. Победительница Евровидения 2016, украинская певица Джамала, стала послом доброй воли международной организации по миграции. Певица подключилась к глобальной борьбе с торговлей людьми. Джамала снялась в социальном ролике. Его впервые показали в Киеве. А уже 18 октября, в Европейский день борьбы с торговлей людьми, клип будут демонстрировать по многим украинским телеканалам. Певица считает очень важно предупреждать украинцев о социальной опасности. Головна мета цього проекту – знову ж таки голосно сказати про те, що коли ми знаємо, ми можемо себе захистити. Ми не можемо зараз сказати, що не їдьте до Європи, але щоб, коли ви потрапляєте в таку ситуацію, коли ви хочете поїхати, ви повинні дізнатись про цю організацію, ну все. Ви повинні розказати всім своїм друзям, родичам. Ви повинні залишити дуже багато інформації саме тут. І нікому і ніколи не віддавайте свій паспорт.
Короткометражный фильм на крымско-татарском языке снимут в Украине. Он расскажет о проблемах переселенцев. Съемки планируют начать уже в конце октября. Автор проекта – крымско-татарский сценарист и режиссер Ахмед Сарахалил. Лента будет называться «Иман», в переводе на русский – «Вера». Бюджет фильма – 950 тысяч гривен. Половину уже выделило государство. Остальную часть режиссер хочет собрать через международную платформу по общественному финансированию. Также в сборе средств помогает организация «Крымсос». Я там говорю о границах, о новых границах, которые возникли. Не просто проходят через территорию Украины, а они проходят через внутри семьи. Они проходят, разрушают эти связи семейные. Развитие кинематографа и развитие кинематографа крымско-татарского – это одна из важнейших элементов развития, в принципе, культуры. И такие фильмы на родном языке, они не просто дают художественную ценность, но они еще стимулируют людей учить свой родной язык и говорить на нем. На этом я прощаюсь с вами. В студии был Медат Халилов. Смотрите нас по будням и подписывайтесь на ЮА Крым Фейсбук. Хорошего вечера!